сошел с ума от любви ко мне. Сначала сошел с ума, потом взлюбил. Я любила его. Да. Я и сейчас его люблю. Да. Но его полк отослали в далекую африканскую колонию. О, Африка! Африка! Совсем нерешительно! Спокойно! Великан! Да? Сегодня Тони
вместе с вами вот за этим столом. Хочу посмотреть, чему вы его обучили. Возьми салфетку. Без разговоров. Не могу. Пенькам, покажи. Одну минуточку, одну минуточку. Эх, вы, молодой человек, не могу. Смотрите на меня и учитесь. А! А! Ну, так и я могу. А! Ой, темный пятнышко появился. Какая хорошенькая. Ты уже сказал? Я больше ждать не намерена. Одну минуточку. Дорогая мама. Что вы говорите? Пустота и бессмысленность моей биографии. Не верю, мальчик мой, не верю. Нет, я так не могу. Я ничего перекажу. Вы старик, вам ведь все равно терять нечего. Попробуйте вы. Вы молодой человек, ну ладно. Я не такой трус, как вы. Смотрите на меня и учитесь. О! Дорогая мама, пустота и бессмысленность моей биографии. Перекажу. Вашу биографию! На всем деле никого. Да ты, я тоже не могу. А я могу. Ой. Мамочка, в Эстонии. Что здесь надо отвезти девушку? Я не девушка? Да! Я жена вашего сына. Боже мой, как ей не страшно. Сейчас начнет тарелки бить мои. Да, что это значит? Вы помолвлены. Нет, девушка, говорите громче, я что-то не слышу. Вы и так все превосходно рассудите. Но если вы, мамаша, страдаете глухотой, я могу повторить. Я жена Тони. Тони, что это значит? Вы помолвлены? Нет, уже пожена. Какой кошмар. А что же мне делать? Соглашаться. Да, но кто? Кто ты такая? Я акробатка. Выступаю в цирке под именем Мадель Гибсон. Где? 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 Мамочки, мамочки, полцирка в доме застряла. Ты что наделала? Помогите моей маме! Моя мама умирает! Помогите, мама! Счастье какой, мамочки! Одну минуточку, заказ отменяется. Временно отменяется. Так значит, вы из цирка? Да, я артистка цирка. Циркачка! И горжусь этим. Слава Богу, нашли общий язык. Это псевдоним! Пойдем!